Это вот для такого единоборства, для мощного разогрева внутреннего мы делаем. То есть мы просто вместо того, чтобы делать обычную разминку, делали более немножко по-другому разминку. Принцип тот же. Мы давим. Но теперь мы давим и чуть-чуть перемещаемся. Прям вот давление должно чувствовать. Потому что я знаю, вот кто там работает в той части, не буду показывать пальцем. Вот так. Чего вы там так пытаетесь сделать? Все четко. Вот мы наклонились, двигаемся. И потом в какой-то момент удержаться. И попробуйте сделать движение еще, добавить удар. То есть мы же бьем отсюда, то же самое можно ударчик добавить. Поехали. Да и просто попробовать можно так, попробовать, как будто ты наносишь. Не бить, а просто для себя.